Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Роман, тебе отдельный привет. Ну вот, в общем, ты сподвиг меня на сгибание 195-го ЖХ на 140 миллиметров. Вот, четко 140 миллиметров. Все это здесь приготовил. Ну, если показать, сколько... 9 миллиметров, вот диаметр показать, если надо. Ну, все знают, в общем-то. Вот такие пацы, чопы. Мотал на гвоздь 8,6. Привет, ребята. Ну, давайте посмотрим, как бы. Тут 195 на 140. Но это уже такая штучка-то получается... В общем-то, можно называть своими ментами коротыш. А коротыш значит дожим. То есть, как бы, в общем-то, в процессе сгибания-то проблем не должно быть. Но опять же, смотря что, конечно, гнем, что было до этого согнуто. Если я 195 сгибал только на 180, то, конечно, заходить на 140 было бы безумием. Ну, вот вчера в обители был Анатолич, немножечко демотивировал, скажем так, что я так не смог сталь 35-ю девятку согнуть. Поэтому сегодня вот Роман увидел твой фильм. Поэтому, ну, попытаемся. Понятно, что как бы 6 будет достаточно. Вот этикеточку я рву, чтобы она нам не мешала. Вот этикетка. Покладу. Потому что тут важно одно. Важно дожать. Ну и, естественно, терять силы нельзя вначале. Мерить не будем. Время дороже.
Ну, думаю, хорош. Линейку сейчас покладу. Вот так. Ну вот, ребят, пытался быстро. Вот от него 4 сантиметра. 195. Ну, в общем-то, в шестерку совсем быстро залетел. Вот такой вот. Вот они, пацы. Ну, в общем-то, достаточно крепкие еще остались. Вот это черное чуть под не прожалось, чуть-чуть побольше, чем зеленое. Все, ребят, Роман, ну вот на 140, 195 ЖХ, ну, не можем ставить 35-ю, 45-ю, девятку, ну, хотя бы вот так, и то хорошо. Всем здоровья, давай, Роман, так как я мотивируюсь от твоих видео, ребятам скажу почему, потому что, ну, как бы, примерно мы в одной силе ломаем, поэтому мне там опираться на земляка и Олега нет смысла, да им на меня неинтересно, на Анатольевича тоже неинтересно, ему нужно что-то посильнее, чтобы мотивировало, поэтому вот мне с тобой только приходится друг друга подпитывать, а вам, ребята, в общем-то, мы все для вас как бы мотивационный момент, что это можно достигнуть, если это хотеть сделать. Берегите себя. Здоровья вам всем, семьям вашим. Встречаемся в обители. Все, пока.